«Смайлик» – это современный детский телеканал с позитивными эмоциями, идеальный для семейного просмотра, который всегда готов радовать зрителей новыми проектами. В нашем эфире собрана уникальная коллекция самых добрых фильмов и передач. Для тех ребят, кого интересует прикладное творчество, мы подготовили передачи, в которых они научатся, как из ненужных материалов изготовить красивые и полезные вещи. А для юных любителей истории у нас есть программы, которые в доступной для детей форме проведут экскурс в прошлое. В рубрике «Развлекательные программы» ребят ждут встречи с веселыми и добрыми героями, которые понимают детский юмор и говорят с детьми на одном языке. Детство – лучшее время, чтобы попробовать себя в разных сферах, например, ощутить себя шеф-поваром. В этом вам помогут наши кулинарные программы. Мы не забыли о любви детей к спорту. «Смайлик» рассказывает о разных видах спорта, а также о главных заповедях спортсменов – помогать слабым. Героиня программы «Заряжайка» рассекает на мотоцикле и всегда готова прийти на помощь тем, кто в этом нуждается, а также открыть ребятам спортивные тайны. А какой же детский канал без путешествий? Маленькие первооткрыватели отправятся вместе с ведущими в разные страны, чтобы узнать много нового и интересного. Телеканал открывает своим зрителям новые миры, экскурсии, исследования, путешествия и жизнь, полную приключений. Самый любимый раздел всех детей – это мультипликационные фильмы. Мы подобрали мультики на любой вкус, и они красочные, увлекательные и обязательно со счастливым концом. «Смайлик» – это настоящая страна детства, и находится она не за дальними горами и синими морями, а совсем рядом. «Смайлик» – это когда твое будущее улыбается.